Погодите, почему вы в описании назвали? Вы знаете, что это не примитивно, что это, наверное, вопрос, который напрашивается, потому что я, как режиссер, всегда большое значение придаю именно названию спектакля. Меня это научили в ГИТИСе, когда я 5 лет учился на режиссера. Мне говорили, что логотип, название спектакля – это его лицо, в которое нужно закладывать идею, которую ты как раз-таки хочешь донести до зрителей. В самой идее постановки эмоций заложены краски и весь спектр человеческих эмоций, которые цирк хочет показать, именно наш цирк. Но написание «и» с троеточием отдельно – это своеобразная возможность, используя просто это слово, которое читается целиком, сказать, что есть еще маленькое «но». Маленькое настолько, что оно становится со временем огромным. Почему? Потому что «и» с троеточием – это то, что каждый может для себя додумать сам. Потому что эмоции и все остальное в цирке, и конкретно в нашей программе, это бесконечность. Потому что в цирк человек приходит, и каждый по-своему интерпретирует увиденное. Да? И когда ты видишь, когда человек там, прыгает верхом на льве, делает какие-то сумасшедшие сальто-мортали, с легкостью общается с самыми разными животными, которые его, вот, сказать, по какому-то щелчку пальца слушаются и действительно воспринимают как своего друга, партнера и так далее, то каждый человек что-то для себя отмечает, то, что невозможно сформулировать однозначно. Понимаете? И именно для этого я оставил вот это вот троеточие, для того, чтобы каждый, кроме всех эмоций, которые он получит, посмотрев нашу программу, унесет отсюда из зала вместе с собой. Потому что цирк очень важно, чтобы не оставался в рамках самого здания. Мы стараемся, чтобы человек, перешедший на представление, отсюда ушел другим человеком и унес отсюда что-то новое абсолютно. Спасибо.